Итак, здравствуйте, меня зовут Александр Иванов. Спасибо всем тем, кто к нам сейчас в чате присоединяется. Поставьте, пожалуйста, свои плюсики, если со связью все хорошо. Мы будем сейчас вести внутридневной анализ рынка золота и серебра, а также курса валютной пары доллар к рублю. Мы проанализируем данные торговые инструменты, в том числе, возможно, и те, которые вы тоже сами торгуете. Итак, давайте перейдем сегодня на аналитику. Календарь событий — это FX3. Посмотреть, что нас ждет сегодня из важных событий. В Америке сегодня праздник, как вы видите. Скорее всего, доллар будет себя вести неактивно. Из наиболее важной статистики сегодня мы ждем изменения числа безработных. И, естественно, это повлияет на курс валютной пары доллар к рублю. Точнее, на курс валютной пары евро к рублю, извините, пожалуйста. Также вечером мы ждем индекс потребительских цен из Германии. Инфляцию ждут низкую. Вполне возможно, если инфляция будет еще ниже, чем ее ждут аналитики, скорее всего, евро будет тогда снижаться. Если инфляция будет расти, скорее всего, евро будет тоже расти. Итак, давайте перейдем сейчас на терминал. Откроем такой вот инструмент, как золото, и попробуем его проанализировать. Те, кто ведут записи наших вебинаров или, во всяком случае, смотрят записи, помнят, о каких уровнях поддержки сопротивления я регулярно говорю. Начинаем мы с вами с недельного таймфрейма. Недельный таймфрейм — это для тех участников, которые торгуют среднесрочно. Он и будет ориентиром. Недельный либо дневной. У нас до сих пор наблюдается схождение цены индикатора. Цена фактически у нас стабилизировалась, преодолев уровень 1191, который является локальным уровнем поддержки — 1191-500. Цена регулярно от него отбивается, и если смотреть на текущие недели, вот буквально совсем недавно, у нас сегодня тоже цена пробивала данный рубеж, но в итоге смогла опять закрыться выше. Потенциальной целью в рамках технического отскока на данном инструменте я вижу цель 1223 на недельном графике. Что касается перспективы дневного таймфрейма, здесь несколько другая получается у нас структура, исходя из того, что больше уровней, меньше таймфрейм, и можно видеть, что целью являлся у нас уровень 1207, при преодолении которого у нас открывалась перспектива на 1223-1222. Сейчас пока динамики роста мы не видим, мы наоборот видим угасание контртрендового импульса. Если посмотреть на меньшем таймфрейме, мы видим, как у нас в буквальном смысле цена фактически торгуется у нас в боковике. Давайте я выделю для вас сейчас еще раз, для тех, кто смотрели нас неоднократно, я выделю для вас ближайший уровень поддержки, вставка фигуры прямоугольник. Вот таким вот образом. Я взял фактически стабилизацию цены, взял боковик, который был образован от фрактала 1161 до фрактала 1174, взял его в прямоугольник и добавил, вывел его в правую часть на то, чтобы посмотреть, что у нас сейчас происходит. Также вы видите, таким же образом можно выделить и другой прямоугольник, который у нас просматривается очень легко справа налево, который был образован во второй половине сентября. Таким образом, мы с вами выделили наиболее сильные уровни поддержки сопротивления. Я это неоднократно делаю, на вебинарах показываю, как их находить. И вы видите, как четко цена проторговывает данные рубежи. Цена зашла в этот диапазон после импульса, который был 16 часов 14 ноября. Теперь мы видим сформированный боковик. В рамках дневного таймфрейма, скорее всего, мы ждем, либо цена пробивает у нас
ближайшую поддержку 1175 и, возможно, продолжает снижаться в основном направлении, либо также двигается наверх, формируя одновременно для нас предпосылку увидеть расхождение цены индикатора на Money Flow Index, то есть угасающие импульсы, используя которые можно будет заходить в сделку на продажу. Здесь незначительное все-таки снижение происходило от последнего импульса, который был у нас образован 21.11, то есть 21 ноября. Вот он, последний контртрендовый импульс. И вот все это движение, фактически можно считать, что это угасание импульса. Цена скорректировалась до ближайшего уровня поддержки. Исходя из того, что все-таки происходит выкуп золота на данном уровне, я думаю, что сохраняется возможность стабилизации цен на текущих уровнях в таком случае. И в ближайшей перспективе я рассчитываю на обновление максимум 1204 и также 1207. Их можно посмотреть по фракталам. Пока говорить о том, что мы пойдем наверх, пробьем ближайший уровень поддержки, теоретически такое возможно. Но пока я никакой особой предпосылки для этого не вижу. Те, кто торгует в сторону уже 4-часового таймфрейма, не используют его ориентиром для входа в сделку на продажу, а смотрят, какие возможности он нам дает сам по себе. Здесь видно, как совсем недавно у нас цена фактически произвела локальное снижение. Money Flow Index по 7-м периодам тоже показывал снижение, поэтому я не вижу здесь предпосылки для входа в позицию на повышение на 4-часовике. Если смотреть именно по уже меньшем таймфрейме, а ориентиром использовать 4-часовик как тенденцию восходящую, то тоже, в принципе, не особо никакого сигнала я здесь не увидел на вход в позицию именно вот в данном режиме времени. Была возможность зайти по аналогичной схеме. У нас с вами это был момент 25 ноября в 16 часов. Вот у нас фактически цена приходила на данный рубеж, и можно было по меньшему таймфрейму более плотно посмотреть ситуацию. Что же сейчас, повторяется ли ситуация? Нам в этом нужно разобраться. Для этого нужно открывать меньшие таймфреймы и находить технические возможности. Я вот открываю меньшие и меньшие таймфреймы. И вижу только краткосрочную возможность, на которую можно было здесь зайти в позицию. То есть никакой получасовой таймфрейм, либо часовой использовать было фактически невозможно. Краткосрочный всплеск, не исключаю, что цена опять вернется к данному уровню 1191. Если посмотреть по самому минимальному таймфрейму на текущее снижение и как происходило восстановление, видно, что снижение было действительно достаточно сильным, и для более точного расчета нам нужно добавить к Money Flow Index вместо период 7 поставить период 14. Здесь мы видим, что фактически снижение происходило. Единственное, что даже был пробит уровень поддержки, от которого цена отталкивалась предварительно раньше. Были ли у нас поддержки ниже, в районе 1185? Давайте посмотрим справа налево. Если смотреть на данные рубежи, увидеть, как неоднократно цена отбивалась. Было отбитие у нас от отметки в районе 1186. Что у нас здесь есть? Какие возможности? Давайте откроем лучше, наверное, 15-минутный таймфрейм. Ну, можно сказать, что здесь незначительной силы был у нас уровень, от которого цена фактически, наверное, и отбилась. Смотрите, как я его нашел. Просто здесь достаточно много свечей мы берем в прямоугольник. Таким образом мы размечаем область поддержки. Сейчас я для вас выведу его на вот текущий уровень. Вот фактически все мы наибольшие, сколько здесь у нас свечей, мы все взяли в прямоугольник по аналогичному примеру, как если бы мы делали, брав в прямоугольник предыдущую боковую тенденцию. Можно, конечно, брать в расчет только тела свечей, не брать в расчет
в экстремальные значения. Таким образом, у нас цена отбивалась от локального уровня поддержки, который был образован 20 ноября, и цена торговалась выше вплоть до сегодняшнего дня. Сегодня цена пробила данный рубеж. Самое интересное, что в итоге цена фактически сейчас находится выше данной отметки. Цена дошла до второго уровня поддержки и сразу же в моменте роста восстановления оказалась выше предыдущего уровня поддержки, от которого она и отбивалась. Если его ликвидировать, у нас есть возможность также увидеть, что на 15-минутном таймфрейме здесь очень-очень сильный уровень, который начинал формироваться с 21 ноября. Вот мы его сейчас с вами найдем. Это фактически тот же самый боковик, я его выделяю в прямоугольник. Его, чтобы понять, какая у него сила, это просто нужно понять, сколько времени он формировался. Вот, вы видите. Цена сейчас зашла в область сопротивления. Этот уровень очень сильный и на часовом таймфрейме, и даже на 4-часовом таймфрейме, потому что очень-очень долго он формировался. Фактически, сейчас я не вижу возможности, технической возможности продолжить покупки на данном таймфрейме, на данном, можно сказать, инструменте. Восстановление произошло действительно очень сильное восстановление, это очень хорошо, но вход в позицию с точки зрения оценки ситуации в текущий момент в позиции на покупку я не вижу. Реально я не вижу покупки. Цена фактически у нас сейчас отбивается от ближайшего уровня сопротивления. Покупать прямо сейчас под уровнем внутри нисходящего тренда особенно. Я понимаю, что на часовике мы фактически еще практически возвращаемся на предыдущий торговый диапазон, но не факт, что мы вернемся. Поэтому я не вижу возможности для покупки здесь. Здесь, когда цена приближалась к уровню поддержки, у нас было замечено, что Money Flow Index начинает расти понемножку. То есть, по крайней мере, цена особенно показывает снижение, очень сильное снижение. А Money Flow Index с 14 периодом, если хотите, чтобы вам не усложнять, я его сделаю 7 периодом, чтобы у нас это как базовый шаблон был. Здесь у нас не видно особо сильного снижения. То есть фактически одинаково показывает он нам тенденцию. Давайте добавим все-таки 14, чтобы было более понятно. Нам нужно найти схождение цены индикатора. Индикатор фактически не показывает нам нового снижения, а цена очень сильно снижается. И когда она дошла до сильного уровня, здесь до лимитных покупателей, я думаю, цена не дошла. Скорее всего, рыночные покупатели развернули цену в момент анализа текущей ситуации. Сформировался фрактал, рабочий фрактал, который был пробит уже импульсом от разворота тенденции. Фактически, единственное, что оставалось здесь зайти, это либо рыночными покупками, поставив свой стоп-лосс за уровень поддержки в район 1178, либо также входить в позицию после появления импульсной свечи, после пробития уровня 1189 и также разместить свой стоп-лосс под 1178. Как обычно, я говорю всегда, часть профита лучше фиксировать, чтобы не получилось, что рынок вас обманет, и вы не успеете заработать хоть что-то. Нужно всегда стараться закрывать часть профита и стараться переносить либо позицию без убыток, либо лучше всего на уровень открытия позиции. Сейчас есть предпосылка наверх, вниз, но с точки зрения вероятности я не рассчитываю, что мы вернемся полностью в предыдущий боковой диапазон, который формировался у нас очень-очень долго. Это очень сильный уровень на самом деле. Его даже можно посмотреть на дневном таймфрейме. Вот смотрите. Сколько у нас свечей здесь формировалось? Раз, два, три, четыре. Четыре свечки. И вот пятая пытается вернуться, но не факт, что она вернется. Поэтому я не предполагаю, что мы возвращаемся в данный диапазон. Мой совет это, если у вас была покупка по золоту в районе 1187, 89, 1190, сейчас просто закрыть профит. Можно даже сказать, практически весь. Я не рассчитываю на самом деле, что цена пойдет дальше наверх. Конечно, рациональный способ это бы закрыть часть профита и оставить часть позиции на возможный
на возможный очередной всплеск котировок и преодоление данной боковой тенденции. Если все-таки цена сможет вырасти и преодолеть данный боковик, тогда, конечно, цель у нас будет образован, точнее, цель у нас будет уровень 1207, ну и последовательно также уже и 1223. Пока предварительно я не вижу сильной предпосылки для продолжения роста. Хотя формация очень интересная, очень сильное восстановление. Обычно сильное восстановление приводит к последующему, дальнейшему движению. Итак, мы посмотрим доллар к Японии, в том числе по серебру. По серебру. По серебру медленнее идет восстановление. Смотрите, я даже сильные уровни размечать здесь не буду, как уровни поддержки, наверное. Просто хочу показать, что вот наш ближайший торговый диапазон, до которого золото уже доросло, на серебре слабость покупателей, очевидно. Мы никак не можем вырасти. Давайте посмотрим, на какой уровень-то мы сходили, то есть куда мы падали. Если посмотреть по дневному таймфрейму, здесь несколько свечей, представляющих из себя боковую тенденцию. На четырехчасовике у нас гораздо больше их получается. То есть и на дневном, и на четырехчасовом таймфрейме это относительно сильный уровень. Можно выделить из него даже более плотную область, где очень много свечек сконцентрировано. Это вот фактически рубеж между отметками 16200. 40 и 16115. Вот наиболее плотная область лимитных покупок. Цена упала в моменте, и на 4-часовике у нас было видно фактически ослабление импульса. Вот. Контртрендового импульса. И потому у нас фактически, можно сказать, резкое снижение произошло. Контртрендовый импульс у нас появился фактически уже в моменте ослабления импульса на, если смотреть на Money Flow Index. Я не буду говорить, что это закономерное снижение, просто исходя из того, что у нас тренд нисходящий, и мы знаем, что на серебре у нас покупателей значительно меньше, чем на золоте. Логичнее было все-таки снижение именно на серебре. Сейчас мало вероятности, я еще думаю, меньше вероятности, что мы восстановимся, чем на золоте, но в то же время технический отскок у нас происходит. Цель у нас восстановления – это рубеж 16488, при преодолении которого мы можем достигнуть отметки 16614. Самое главное – обновить максимумы предыдущей боковой тенденции, с которой у нас произошло и снижение. Сейчас пока предварительно я не думаю на самом деле, что рост состоится. Хотя восстановление как таковое происходит, и у нас видно схождение цены индикатора на Money Flow Index. Очень сильно просматривается, даже сильнее, чем на золоте. Поэтому все, кто успели здесь зайти в позицию, я думаю, поставили свой стоп-лосс уже в безопасном месте, то есть имеется в виду, уже успели закрыть часть профита и перенесли его на уровень открытия позиции. Удачный момент для входа в позицию, яркий пример того, как нужно торговать по уровням. Давайте посмотрим теперь, что вас интересует предварительно до доллара к рублю. Посмотрим. Доллар к Японии, смотрю, интересует. USD, Japan, да? Но доллар к Японии. Я уже говорил о том, что очень часто доллар к Японии формирует после относительно длительной односторонней, можно сказать, любой восходящей либо нисходящей тенденции. То есть внутри как любого тренда он формирует потом боковые формации. Вот. Можно сказать, как по ступенькам у нас все развивается. Предполагаю, что сейчас то же самое будет у нас сформирован боковик. Вот. Боковая тенденция будет сформирована, скорее всего. Основные уровни поддержки. Давайте мы их выделим. Открываем меньше таймфрейм. Глобально, конечно, если смотреть основной уровень поддержки, то это отметка прямоугольником берем. Это рубежи очень низко находятся. Это 1110. За одним мы посмотрим, что у нас справа налево есть. Мы сейчас отметим текущее значение цены. И посмотрим, какие у нас здесь рубежи есть. Конечно, когда мы преодолевали один за другим уровни сопротивления, здесь интересно просматривается
область сопротивления, состоящая из огромного количества свечей. То есть лучше даже взять месячный таймфрейм, чтобы уменьшить количество свечей и площадь графика тоже уменьшить. Вот фактически очень сильный уровень сопротивления. Посмотреть надо, где сейчас цена находится. Цена фактически на данном уровне сопротивления и находится. То есть она зашла в область сопротивления. И сейчас у нас формируется на свечке большая тень. У белой свечки большая тень на месячной свечке. Но это исходя из того, что коррекцию мы видим. Я сейчас выделю наиболее перспективные уровни коррекции синим цветом. Вот. На месячном таймфрейме. Если бы у меня был трехмесячный таймфрейм, я бы меньше уровней, конечно, выделил бы. Вот предварительно 114.078, самый верхний уровень. Я могу подкорректировать даже выше. 115-130. 115-130. Предварительно вот такие вот уровни. 115-130. Достаточно далеко, конечно, находится данный рубеж. Но не исключаю, что если мы открыли месячный таймфрейм, глобально так заглянули, вполне возможно и цена скорректируется на данную отметку. 115, 150, к примеру, или 114.078. Если смотреть уже на недельный таймфрейм, почему бы и нет? Может, цена реально скорректируется на данной рубеже, и это не так уж далеко. Если смотреть на уже дневной таймфрейм, можно видеть, как цена у нас застревала в данном диапазоне. Я вот предполагаю, что, как по предыдущему примеру, цена пойдет вниз у нас после достижения экстремального значения. Поэтому я предполагаю, что возможный боковик здесь будет широкий боковик или узкий. Самое главное, что цель снижения 115-150. Опять же, нам нужно увидеть сигнал для снижения. Значит, если взглянуть на дневные таймфреймы, давайте выделю я сейчас дневные уровни. Наиболее сильный дневной уровень начинается у нас от отметки 116-100, наиболее перспективный в плане коррекции, в плане достижения, если корректироваться, начнет доллар к Японии. Выше ни одного рубежа на, как поддержки не вижу. Поэтому кто торгует на 4-часовике, вполне возможно будет ждать коррекцию на 115, сейчас скажу, 115, 116-100, либо 115-700. Те, кто ориентиром использует 4-часовик, на 4-часовике покупки я сейчас не вижу здесь. Хотя вот интересная возможность появляется. Интересная техническая возможность. Давайте Money Flow Index добавим с 14-м периодом. Поставим на нем период 7. Технический отскок у нас сейчас, но не предполагаю, что он перерастет у нас в рост. Скорее всего, это краткосрочная тенденция. Давайте посмотрим с помощью прямоугольника. Найдем ближайшие уровни 4-часовика. Их несложно найти, вот они. Я возьму по экстремальным значениям, если хотите, фракталов. Цена еще до них не доходила. Единственное, что мы смогли обновить предыдущие минимумы, локальные поддержки, уже относительно краткосрочной, можно сказать, поддержки. То есть еще более краткосрочные уровни поддержки. Цена обновила их, но никакого схождения цены индикатора я не вижу. Вот, а здесь уже что-то появляется на получасе. На получасе появляется техническая возможность. Естественно, те, кто купили от 117-300, есть смысл держать длинную позицию. Шаг за шагом постепенно надо переносить свой стоп-лосс на уровень без убытка. Фиксировать часть профитов, если есть такая возможность. Технически сейчас цена уже доросла, наверное, до уровня 117-434. И, возможно, достигнет далее более высокого рубежа. У нас здесь есть, берем ставку, прямоугольник. Прямо используем текущий таймфрейм. Вот. Вот до данного рубежа мы, скорее всего, идем. 117-500. 117-500, 117-600. Вот к этой области. Если посмотреть на 15 минутки, все, картина очень интересно выглядит. Реально, разворот красиво у нас проходит.
Реально идеальная позиция, идеальная возможность была всем, кто мог купить сегодня утром на данном снижении. Сейчас формируется у нас импульс, который пробивает ближайший фрактал от разворота на 15 минутке. Давайте посмотрим, может у нас на 5 минутке был такой же. Да, на 5 минутке уже он произошел. Импульс как таковой уже был, фактически. Значит, несколько категорий участников здесь. Те, кто лимитными объемами заранее стояли, как покупатели, которые двигают рынок, заранее покупая в данном диапазоне. Второе, это участники, которые начали рыночными ордерами заходить в позицию. Наиболее перспективная, на самом деле, возможность. Ну и фактически те, кто торгует консервативно, входят после уже формального разворота. Вот он у нас, разворот формируется. Как таковой можно пробовать заходить. Стоп-лосс надо, естественно, ставить за предел 117-257. Цель я уже вам обозначил, ближайшую цель. Так, давайте посмотрим на евро-доллар. На евро-долларе меня спрашивают иногда, что будет здесь дальше. Ну, смотрите, исходя из того, что мы видим, что снижение не происходит, цена торгуется в диапазоне, фунт себя сильнее чувствует, если сравнивать с евро. Фунт, он восстанавливается сильно. Вот давайте не на 4-часовике скажу это, а на дневном таймфрейме надо говорить о восстановлении какого-либо инструмента. У нас есть ближайший фрактал, который мы никак не можем пробить. Слабое восстановление. Здесь, как по примеру, золото-серебро. Если у нас фунт это золото, пользуется спросом, а евро это как серебро. Никакого особо спроса нет. Поэтому я сторонником на покупку евро не буду. Фунт перспективнее входить в покупку. Сегодня статистика будет по инфляции. Вполне возможно, мы и увидим какой-то локальный рост спроса. Краткосрочная тенденция на повышение у нас тут видна. И все время у нас угасающие импульсы. Очень сильно корректируется постоянно у нас после очередного роста, локального роста данный инструмент. Не смотрю я на покупку по евро, в отличие от фунта. Фунт, если взять в расчет, здесь вы видите, сравнивая характеристику, даже аналогично открывая тот же самый таймфрейм, вот дневной таймфрейм откроем, или лучше начнем с перспективы недельного. Здесь явно у нас есть так аналогичная структура, как и на евро. Мы видим, что цена у нас приходила к ближайшему уровню поддержки, в который можно на самом деле видеть и по месячному таймфрейму. Вот он, уровень поддержки месячного таймфрейма. Я выделю его более точно, вот таким вот образом. Мы приходили на месячный уровень. Удачно здесь расположена импульсная свечка. И мы фактически на ее рубеж и приходили. Уровень ее открытия практически. Значит, который совпадает с верхней границей уровня поддержки. Мы видим отбитие цены в перспективный рост хотя бы до ближайшего фрактала 58-750. Здесь же у нас и рядом находятся сильные уровни, которые цена достаточно долго проторговала и пробила вниз. Далее, если смотреть по дневному таймфрейму, здесь есть у нас уже ближайший перспективный уровень, отметка 58-305. И вот спрос, о котором я и говорил, видно, что цена пробила ближайший фрактал. То есть спрос есть все-таки на фунте. Есть интерес покупателей к данному инструменту. Мы можем скорректироваться к данной отметке, не исключаю, но в целом на фунте явно видно, что спроса больше, чем на евро. Здесь формируется у нас сейчас боковая тенденция. Особого расхождения цены индикатора я не вижу, в отличие от евро. Хотя вот на краткосрочных таймфреймах видно уже, как у нас неактивно ведет себя, неактивно поднимается Money Flow Index вслед за ростом фунта. И я не вижу здесь хорошие предпосылки на вход в позицию в режиме онлайн. Но в то же время мы видим, что изначально, если вы настроились покупать фунт,
Лучше выбрать фунт, чем евро, естественно. И в текущем режиме онлайн нас видно, как формируется расхождение цены индикатора периодическим снижением. Вот, смотрите. Раз. Раз. Сейчас вот выделим. Это вспомогательная возможность. Нам нужно просто видеть уровни. А данные индикаторы мы как вспомогательные возможности используем. Фактически цена у нас обновляла локальные минимумы. Вот они. Формируя постоянно новые минимумы, и мы видим, раз мы видим схождение цены индикатора, но формируются в боковике последовательно новые восходящие импульсы. Импульс первый, импульс второй. Сейчас второй импульс. Целью данного продолжающегося импульса является возможность обновить максимум. Вот уже фактически на глазах обновляется 57,98 и, возможно, обновит вообще максимум хотя бы, который у нас был достигнут на 4-часовике, 158,052. Я думаю, что фунт вполне возможно реализует пробой данного рубежа. Вопрос только лишь в том, уже если вы начнете заходить в позицию на обновление данного рубежа, то это будет у вас самая рискованная возможность зайти в позицию. Лучше или перспективнее всего, конечно, входить от нижней границы боковой тенденции в момент ее разворота. Здесь такого сильного снижения, как на евро, нет. Здесь фактически можно сказать, что цена в боковике как торговалась, так и торгуется. Перспектива роста есть. Далее, доллар к рублю у нас. Сейчас посмотрим на другие инструменты, как они себя ведут. Доллар к Швейцарии активного я не вижу. Здесь роста. Нейтральная ситуация. Но доллар к Японии мы только что смотрели. Никакого позитива мы так и не увидели. Австралия, где у нас? Вот он, доллар к Австралии. Что он нас сегодня показывает? Сегодня он показывает относительный позитив, но в том числе нейтральный. Не забываем, что в Америке сегодня праздник. Вполне возможно, сегодня неактивная торговля будет в диапазоне. Давайте откроем теперь какую-нибудь Турцию. Посмотрим. Нейтральная ситуация. Вчера, кстати, активно у нас происходило снижение на данном инструменте. Интересное снижение было. Далее. Откроем все-таки теперь наш доллар к рублю. На недельном графике у нас активная фаза опять. Опять новый рост. Опять новый рост. Целью роста возможное обновление. Хотя предварительно я не думаю, что мы обновим 48,62. Уровень поддержки 46,59. Уровень сопротивления 47,85. Скорее всего, вот его мы можем обновить. Мы с открытия прям идем на его обновление. Ну, возможно, мы даже идем к фракталу, к уровню фрактала 47,98. Новая активная фаза роста у нас здесь. Внутри уже боковой формации. Давайте откроем месячный таймфрейм. Не забываем, что у нас остается до конца текущего месяца, сегодня четверг, завтра пятница. 2 дня всего лишь. И предпринимать покупки в конце месяца на долларе к рублю, я думаю, что это весьма рискованно. Мой совет. Значит, скорее всего, не исключаю действительно, что если доллар к рублю раньше у нас разворачивался с обновления большой бычьей свечки, разворачивался вниз, не исключаю действительно, что краткосрочно может здесь формироваться восходящая тенденция даже с обновлением максимума. Максимума, который был у нас в ноябре. И, возможно, это произойдет у нас на следующей неделе, в декабре. Но в целом я не настроен на рост на данном инструменте. Предполагаю, что вот в декабре уже должны появиться сигналы на замедление роста и на возможную коррекцию. Вот у нас цена подходила к уровню 47,85. Возможно, сейчас уже будет у нас снижение. Я не сторонник сейчас входить в покупку на данном инструменте. Для желающих, конечно, можно было покупать
на рубежах, когда у нас наблюдалось схождение цены индикатора в восходящем тренде. А сейчас предпринимать покупку, я думаю, это крайне высокорискованно. Мы еще говорили о том, что доллар может, обновив максимум 45,89, пойти в рост. Но я предполагал, что он скорректируется. Коррекции не произошло, рост случился. Вполне возможно, вот сейчас следующий сценарий реализуется. Вот такого плана. Я думаю, все-таки не настроен я сейчас на рост, хотя я его не исключаю. Я предварительно хочу сказать, что опасность заключения сделки на среднесрочную перспективу в данном инструменте заключается в том, что у нас сейчас заканчивается основной торговый таймфрейм, это месяц, и можно просто увидеть, как зайдете вы локально в высокой цене, и лучше, если есть желание входить в позицию в понедельник, посмотреть, как рынок откроется, и можно поторговать на повышение. Но опять же, только краткосрочно. Я не вижу перспективы здесь долгосрочной. Итак, все, кто у нас были на вебинаре, всем большое спасибо. Я могу подвести некоторые итоги. Данный рубеж мы отметили по фракталу 47,85, от которого цена фактически уже отбивается. Давайте посмотрим, обновила ли она его или не обновила цена. 47,85, 0,15, 47,84. Мы его обновить даже не смогли. Не исключаю, что мы все-таки его обновим. Хотя сейчас не хватает силы обновить. Обратите внимание, если вы сейчас торгуете краткосрочно, надеюсь, все видят, Moneyflow Index не показывает нам роста. Не показывает роста. Я сейчас вам покажу вот тот импульс, который был у нас аналогичным образом сформирован, от которого была коррекция. То есть фактически у нас был локальный рост и Moneyflow индекса, и цена в моменте выросла до ближайшего уровня сопротивления. Но само сопротивление у нас тоже уже формировалось на расхождение цены индикатора. То есть я не сторонник покупать сейчас просто на максимумах вообще. И как вы видите, резкое снижение у нас прошло сразу. Если посмотреть на все эти закономерности, вот после чего у нас рост произошел очередной. То есть снижение, потом технический отскок к уровню и новая фаза снижения, новый рост. И вот опять у нас здесь расхождение. Расхождение. Поэтому сейчас покупать, я думаю, нет никакого смысла. Предполагаю, все-таки коррекция случится. Итак, все, кто были на нашем вебинаре, всем спасибо. Если кому-то интересно анализировать самостоятельно таким же образом рынок, как это делаю я, рекомендую вам посмотреть наши занятия, вебинары в Новосибирск, открываю я вам. И здесь есть курсы. Можно смотреть расписание их. Скальпинг на Форекс. Это просто. Либо курс, как работать и зарабатывать, торгуя по импульсным уровням. В частности, если возникнут вопросы, можете присоединиться к нашей группе ВКонтакте Альпари Новосиб. Здесь я выкладываю различную полезную информацию в плане различных торговых стратегий, инвестиционных идей. В том числе, вот если возникают непосредственно личные вопросы по торговле инвестициям, пишите мне ВКонтакте. Итак, все, кто был на нашем вебинаре, всем спасибо, до свидания.